Международный турнир по бадминтону среди ветеранов и любителей состоялся в пятый раз в Киеве. Соревновались в нем рекордное количество участников – 248 спортсменов из Украины и еще 11 стран мира, среди которых Испания, Франция, Австрия и Катар. Изюминкой турнира стал мастер-класс бадминтонистов мирового уровня. Брис Леварде, первая ракетка Франции и 23-й в мировом рейтинге бадминтонистов, приехал в Киев по приглашению организаторов турнира. До этого несколько раз проводил мастер-классы в Харькове. В Киеве впервые. Я люблю снег, а у вас его здесь много, и очень широкая река, которая сейчас замерзла. У нас во Франции нет замерзших рек. После турнира надеюсь увидеть больше. Для участников и зрителей турнира Брис провел два мастер-класса с испанцем Пабло Абианом и Ахмедом Абусаи из Катара. Мы посоветовались с коллегами и решили просто играть в нашу обычную игру. Ну и, конечно же, дать зрителям порцию шоу, несколько особенных подач, бросков. Но просто демонстрировать нашу привычную игру – это лучшее шоу, которое мы можем показать. За медали в турнире боролись профи-игроки, бывшие спортсмены, которые закончили профессиональную карьеру, продвинутые аматоры с более чем трехлетним стажем и новички. Категории были от 30+ и до 60+. И мы здесь видели наших действительно ветеранов, которые показывали достаточно серьезный класс и очень высокий уровень игры, даже несмотря на возраст 60+. За 4 дня соревнований состоялось 459 встреч. Особое внимание зрителей привлекли финальные поединки. Захотелось весны, тепла, взять ракетку, валанчик и на природу. Елена Дедух, Петр Галка, UATV.